привет всем подписчикам и просто просматривающим. Сегодня у нас седьмое марта, по-моему, или шестое. Собрались мы на очередную поездку на Истру. В общем, у нас традиционное место встречи. Народ, передавайте всем привет. Здорово! Вот, в общем, мы собрались. Едем мы на Истру кататься, покорять новые просторы, вот, получать новые эмоции, в общем, и так далее. Сейчас у нас, так сказать, импровизированная остановка на... Импровизированная остановка на заправке. Все заправились, покушали. Сейчас тронемся. Вот Юрок, передавай всем привет. Всем привет, кто смотрит канал Ютуба. А ты, Сергей Александрович, смотришь? Конечно, конечно. Серега, да. Давай. Здравствуйте, господа. Димон. Ехали-ехали и наконец-то нифига не доехали. Попробуй. Как тебе твоя газельная, которую ты летишь? Люк нормально? У меня там уже смешанный глазик уже. Очень страшно. Очень. Так. У меня буханка лучше ехать. Да? Да. Бросай курить. На заправке нельзя курить вообще. Вот. Это правильно. Расскажем. Так, ну что, собственно говоря, уйдем с дороги сейчас, подвинемся. Маршрут должен быть интересный. Будет много воды, судя по погоде. Будет много застревалок, откопалок. В общем, будем гонять, участвовать. Серега, квадробум. Фирменный флаг квадробума. Ну, в общем, самое интересное, как всегда, впереди. Стараюсь заснять все новое. Погода позволяет. У меня вещей было больше, чем Саня говорит, погода чем позволяет. Что там по маршруту? Так, вкратце. Полчаса еще. Скажи. Маршрут будет километров по 160. Я надеюсь, мы доедем до этого оврага. В том году не получилось. Но в этом обязательно. Немало. Мы если обратно по асфальту не будем возвращаться, то может быть и 180. Короночек заедем. Обязательно. Саня обещал. Да. У нас на самом деле есть фирменная штука, коровник называется. Мы попозже про него рассказываем, еще поговорим. Серегу только что вытащили с рынка садовод, он там подрабатывает, продает. Удочка внутренняя. Если вам нужна удочка, обращайтесь к Сереге. Я это, китайцам. Вашего садовода на ТЦ Москва. И на южные ворота. Немножко, если поговорить буквально прям 2 секунды про новый Димарик, да, вступает в член клуба. Поздравляю. Спасибо. Огонь. Немножко пока. Димон, ты на чем едешь? Какой квадрик? Я напишу. Так, CF мод у нас едет, потом у нас едет пару гепардов. Вот здесь точно знаю гепард. Здесь. По-моему, бирпишка, еще одна бирпишка, динлик, еще гепард. Ну, в общем, в принципе, гепарды, бирпи, стелс, бирпи и CF-мото. В общем, ну, по-моему, других квадроциклов, наверное, не будет. Самая золотая середина. Кто-то едет в защите, кто-то без, кто-то на 27-й, кто-то на 28-й резине. В общем, посмотрим, посравниваем, что как, что к чему. Реально будет интересно. Это видео, наверное, будет по большей части таким техническим. Постараюсь заснять какие-то вот застревалки, там моменты такие, более которые интересуют всегда вас. Так что увидимся. Так. Ну, в общем, мы приехали. А, оказывается, в этом сером прицепе была Honda. Посмотрим, что сегодня она покажет. Ну что, мы, в общем, разгружаемся. Приехали в замечательный дом отдыха. Погода прекрасная. Погода великолепная, я бы сказал. Солнце, море, пляж. Короче, боком. Да, боком его, а потом налево и вниз. Экшн.
Да нет, ну вы потихонечку его на себя подавайте, чё вы? Сань, толкай его на меня, я тебе говорю, нормально все будет. Да неправильно вы все делаете. Толкай его сюда, говорю. Правильно. Давай. Сейчас колесо выйдет. А куда Юрок делся? Он же должен помогать. Давайте я дверь подержу. Давай обратно тогда его. И боком вытаскивать. Подождите, зачем тебе боком вытаскивать его сюда? Ну как он застрял? Вы чего застрял? Сань, давай сюда его. Тихо, аккуратно. Теперь руль выворачивай. А сейчас руль поверну. Руль вывернет, Сань. Не вывернет, сейчас сюда продернет. О, Юрок, тут без тебя никак. Просто дальше. Давай, помогай, короче, на себя его тяни. Нормально. Вот так, да? Да. Мне Серега знает, за резину сверху не отдавай. Давай! Как вы его засунули? Жопу куда сейчас? Колесо было туда вывернуто. Давай вот отсюда. Было. Ну, в общем, пока. Идет, надо только... Юрок, я тебе передаю вообще максимально ответственность держать дверь. Я буду искать более хороший кадр. Давай. Не, ну реально, ну возьмитесь кто-нибудь еще за покрышку и чуть выше его поднимите и на меня. Пошел. Да скудай! Серег, за колесо главное держи. Тихо, еще чуть-чуть, оно выйдет. Да все, подождите, жопу на себя. Вот и все, я же прям вам сразу и говорю, надо на меня его немного. Ну вот так вот, в общем, мучаемся. Разгружаем квадрики. На самом деле, это самый сложный момент был. О, так, ща. Да не, народу много, экшена не будет. Пары на самом деле всегда диодные должны стоять на квадроцикле. Почему? Потому что штатный свет 35-ваттный, он достаточно слабый на любом квадроцикле. Порой, наверное, ну... Блин, не успел заснять. В общем, ставьте диодные фары, потому что на самом деле без дополнительного света диодного очень тяжело ездить на квадрике, потому что если фары еще загрязняются и так далее, очень некомфортно это все дело. Так, не знаю, наверное, вам не интересно особо это смотреть, поэтому если будет какой-то трэш, я засниму. Пока мы просто окружаемся. Это очень тяжело. Чё ты говоришь? Надо собрать народ по приезду выпить. Как сказать? Какой выпить? Мы же не пьем. Не пьем. Я сказал сок. А, сок. Ну ладно. Ну шампанское, Макс. Нет, шампанское девочкам. Да. Так. Не надо трапы держать, подождите. Серега, давай! Ладно. Все это шутки, конечно, в любом случае. Я подожди, только передачу не включай! Передачу только не включай! Так, ну, в общем, ситуация такая. Народ, можно минуточку еще внимания? Там это самое, поступило предложение. Какое? Кто хочет чай попить или перекусить, надо пойти в этот самый, покушать и потом поедем. Есть чай, как люди? Ну, чай понятно. В общем, реально, кто хочет, давайте, кому надо перекусить, чайку попить, давайте перекусим. Вот, а мы, собственно говоря, собрались, почти готовы, готовим чай, бутерброды, чтобы не замерзнуть в пути, не оголодать. И, собственно говоря, квадрики мы уже спустили. Сейчас буквально какие-то мгновения, и мы уже будем выезжать. Всем привет. Мы же вспомним трек? Конечно, вспомним. Какие огонь. Проблемы? Мы еще заедем на ферму. На ферму обязательно надо заехать, а потом еще нашим подписчикам расскажем, да, что за ферма такая. Вечерком. Главное увидеть сторож. Сторож там вообще решает. Вот, в общем, на самом деле у нас 5-минутная готовность, мы приехали, и сейчас уже поедем дальше, ну, как-то так.
А что там на самом деле этот, у этого ДСГ есть трек? У него трек туда, в сторону Москвы, туда не поедем. Мы туда не поедем. Мы поедем в сторону Клина. Нам в область. Мы же наоборот только из Москвы. Ну ладно. Чего, короче, вот. Че, готовимся? Едем снимать видео, да? Покажем. Смотрите на Ютубе наш ролик. Кто будет снимать? Федор. У нас Федор режиссер. Ага. Ну ладно. В общем, это самое. Едем. Так. Ну пойдем посмотрим. Мы, в общем-то, уже собрались. Сейчас у нас буквально последняя. Последний сбор. И выезжаем. Здравствуйте. Можно мы к вам? Да. Так. Ты что? Я ничего не буду, я. Все, в порядке. Все. Так. Ты что будешь? В общем, мы пришли, пьем чай, кофе, собираемся уже выезжать. Все в порядке. Все, огонь, мы готовимся. Ты что будешь? Возьмите, пожалуйста, кому нужен огурчик, я его уберу. Народ, а можно все прям это самое? Юрок, давайте все прям. Давай. Народ, буквально минуточку, внимание. Народ! Тихо! Это такая дружная компания, всегда сложно. Народ! Дайте все крикнуть. Привет, Ютуб. Давай, раз, два, три. Привет, Ютуб! Огонь! Кто виски там заказывал? Ну вот. Ну, в общем, трогаем. Так, первое препятствие. Юрок на гепарде пытается проехать узенький мостик. Все получилось. Дальше майба. Бирпишка. Так. Аккуратненько все получилось. Дальше! Серега, блин, ходом. Так, Даник, гепардик. Аккуратненько прополз. Танюшка. Отлично, Серега на бомбе. Так, более опытный пилот сел за руль. Ну, тут для Санька это щепки. Все интересно впереди. Алло, алло. Это я. Здорово. Итак, мы едем. На самом деле снег очень тяжелый, мокрый. Квадроциклы застревают. Мы реально едем уже, наверное, час. А проехали километров, сейчас вам скажу. Проехали мы километров 12-13 километров, где-то так. Очень снег тяжелый, мокрый, застреваем, порубились только что в лесу. Дмитрий, как эмоции? Отлично. Ну пока да, пока. Снег тяжелый, пока, так эмоции просто классные. Пока да, ну пока тяжело, но ничего. Еще сегодня удалось. 161 своих, да? Нет, 160 сегодня навряд ли, но на самом деле еще это самое. Все интересно впереди. Сань, как эмоции? Отлично. Едем? Да. Народ, наверное, немного подустал, но маршрут на самом деле начнется только километров через 5. Встретили тот транспорт, на котором, в принципе, зимой надо ездить на самом деле. Но по-хорошему, да, по-хорошему надо, конечно, брать снежек вот по такой погоде. Но на самом деле, что делать,
мы катаемся на квадроциклах, мы их любим и, в общем-то, переживаем с ними все, так сказать, капризы природы и все, так сказать, явления природы. Таня, да. Расскажи, как тебе едется с нами? Женский коллектив в нашем, так сказать, мужском коллективе тоже присутствует, так что так вот, девчонки тоже ездят. Юра, да. Ну что, как там? Как дела? Вообще, скажи, график у нас останавливает снег, на самом деле, не то стоит. Как после километра 30, а так проваливается по колено. Да, вот, кстати, можем видеть, да. Буквально, смотри, лайка. Буквально, вот, снега просто по покрышкам. Я вам полу привез. Снега по покрышку на самом деле, а ехать очень тяжело. Квадрики застревают. У нас небольшой привальчик. И сейчас помчим дальше. Народ катается. Не, на самом деле супер. Катаем небольшой привальчик. Сегодня, я думаю, мы должны добраться до речки. Сейчас уберем шпорт. Юр, у нас там фотосессия. Вот. Ты, Серег, как? Огонь, как дела? Огонь, Валера. Хочу ты покрыли тебе... Хочу... мой мальчик. Хочу тебе выразить благодарность. Ты в лесу нас просто спас. Да? Да. В лесу на самом деле все завалило, даже не смогли поснимать видео. Почему? Потому что я так быстро рвал, что никто за мной не успевал. Нет, пусть он повернется. Тут все написано, Серега, на его спине. Разведчик 0,5. А? Мне теперь нужно 3 куска пластика. Мешка? Мама? Перец. Давай чуть-чуть. А это, чай есть. Что ты говоришь? В общем, крутотень. Дань, едем дальше. Так, очередной проезд по препятствию. Такой, на самом деле, вроде бы не сложный, но коварный участочек. Серега, направо прям бери. Сюда и прям направо. Направо, направо руля, направо, направо. Давай, давай. Направо руля. Красавцы. Направо, направо руль, Даник. Юр, скажи направо руль. О, нормально, давай, давай, потихонечку. Гепард, эта ж тема, все равно пройдет. Как семечки. Так, Танюшка. Нартик эти. Дальше, дальше, продвиньтесь, чуть дальше. Сейчас, стой, подожди, Тань, стой. Давай. Стой. Давай, давай, нормально. Стой, подожди. Артикет пониже маленько. Сейчас пойдет. Давай, 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 давай. Оп. Еще, пацаны, давай, давай, давай. Проедьте вперед, вперед. Так. Вондочка. Газу, газу, газу. Руль направо сразу. А, налево, да. Юр, встань там, Юр, встань там. Куда они поехали, а? Давай, давай. Нормально, преодолели. Мы катаемся, а рыбак рыбачит. А рыбак рыбу ловит, а мы погнали дальше. Юр, сейчас на лэп будем выходить. На лэп туда будем выходить, вот по лэпу. А, Юрич пошел.
Нормально, народ, едем. Вообще огонь, проехали. Дальше сейчас будет вообще классно. Погнали. Давай, 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 нормально. Так, друзья, у нас очередной проезд. Юрка, ну, ломит на гепарде. Так, Димон. Гепард поит, Танька проехал на артикете, Даник на гепарде. Так, дальше у нас цепь мото. Майба. А, от шума прошел. Так, чтобы вы понимали, на самом деле шаг влево, шаг вправо. Вот я, собственно говоря, вот так вот стою. Так, пошло, да? Да, давай, мочи! Привет нашим просмотрщикам. Мы опять же остановились в том году, здесь тормозили. Помните профессора? Наверное, все помнят. Я думаю, те, кто следит за нашим каналом маленьким, помнят это профессора. Это место, бобровая плотина. Вот это вот, надо будет ставить это видео. Обязательно, да. Вот. Ну на самом деле, что, пацаны, девчонки, классно, реально все классно, едем, погода шепчет. Блядь, вот ты человек, а! Погода шепчет, все здорово. Что, надо колбаску или хватит пока? Маленький привальчик. Сейчас. Что, а то я буду потом... Федор Николаевич. Да-да-да. Подожди, а ну, в общем, это самое. Здесь чай, здесь чай горячий. Не, 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 так, все понятно, чай. Чтобы не замерзнуть, вот, мы загреваем чайком. Буквально сейчас по 5 грамм чая и едем дальше. Никакого секрета нету. Природа прекрасная. На самом деле, проводить так выходные, это здорово. Надо стремиться к этому, отдышать. В общем, катайтесь на квадриках, клево. Снимать на самом деле не получается каких-то трэшевых моментов, потому что все идем в колее. Колея глубокая, снега много, чуть влево, чуть вправо и уже застреваем. Сейчас, в общем, у нас такой маленький привал. У нас уже практически... Нет, сил еще много, силы еще ни разу не закончили. Мы второй раз отмечаем место, сейчас мы эту ленточку привяжем. Потом... чуть не проехали. Что, цензура. Да ладно. О, не-не-не, ты что так не знаешь? Нет, повешен еще. Юрич, ну давай, с тебя слово, рассказывай. Ты как предводитель и главный руководитель этого собрания, пару слов. Я подготовил, что? Да, конечно, точки. Конечно, точки. Давай, знаешь, что сделаем? А то потом YouTube начнет гасить всю эту музыку и все дела, так что лучше... Где Даник? Ты проливаешь?
пол-литра в дребезги, да я тебе. Давайте, ребят. И так одну белугу. Ура! Не, правильно сказал, да. Дип-дип! Ура! 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 Белуга отдай. За квадрупом. Это было вообще что-то. Все пьют кок-колу. А, я и говорю. У меня колокольчик. Чай да кок-колу и колокольчик. Чай, кстати, на самом деле, да. Вообще обалденный. Буратино, Буратино, дрова. Ребята. Сюда? Такой аромат. Такой, в тот же почти. Конец февраля был. Она замерзла, нет, она замерзла. Вот здесь была бобровая плотина. А какое сочетание колокольчик и огурчик? Профессор там вот. Не, мы сами слушали, в момент снега не столько было. Да, меньше было. А мы сейчас туда нет, поедем, да? Он, если бы он был рыхлый, он был бы... А Серега только закусывает, смотри, разведчик. То он колокольчик пьет. Поэтому... Колокольчик? А это витамины. Витамин С или витамин Б? С, мисс С, альцем. Да, чай, колбаса. Кому колбас надо? Воду пьем. Не, лучше давай еще по колокольчику. Зачем? Ну ладно, едем дальше. Тогда вжаривай по полной. Итак, я едем мы. Или стоим? Нет, пока стоим. Бобровая плотина, кстати. На бобровой плотине у нас, значит, минус 2 стелса. Это мой, на котором я ехал. Я вам потом расскажу, что случилось. И минус стелс Динли. Что стоим, что ждем? Не мой. Буквально 2-минутный перекур и мчим дальше без остановок. На самом деле катаемся, все круто. Погода классная. Все классно. Природа шикарная. Санек, у тебя все классно? Да. У всех все классно. Осталось чуть-чуть и будем... Осталось чуть-чуть и будем есть шашлыки, рассказывать, делиться впечатлениями, что как прошло. На самом деле снять как бы максимум езды не получается, потому что стенок много. Приходится, так сказать, все время ехать ни влево, ни вправо. Но все равно что-нибудь интересное расскажешь. Право, шаг, влево, да. Провал. Сань, только уходишь, да, на полметра, все. Да. Да мы все нифига себе, блин, давай это. Мы сейчас, да? Не, хорошо, хорошо. Сейчас зайдем. Как на раллином допе прям. Просто. Мы тут только держаться успеваем. Не, периодически. Не, кстати, здесь нормально. Кстати, вот реально на гепарде классно сзади ехать. На гепарде вообще огонь сзади ехать. Да и спереди, в общем-то, ничего. Да не-не-не-не. Только когда пеньки дороги власть перебегают. Ну, бампер. Ну, кстати, кто мне в бампер чуть не влетел? Даник, а потом Серега. Я, нет, стоять. Ты мне... Мастерство не пропьешь. Даже Гролшем. И снегом. И финкой. Ну и не колокольчиком. Колокольчиком. Так, ладно, потихоньку трогаем. Друзья, не знаю, видите вы это или нет. Это... Нереальная горка, снежная. Сейчас народ в нее заползает как может. О, мы с Юрчиком еле-еле забрались. Вот они, очередные победители. Давай, давай. Молодец, Серега. Красавчик просто. Даник тоже прошел. Вот. Молодцы. Май поползет на бомбе. Бомба прыгает, но ползет. Давай. Красавчик! Молодец! Вот так вот забираемся. Все. Давай пятеру. Молодца! Ну это испытание, друзья. Это действительно испытание. Вы уж простите, что так видео такое некачественное, но вы не представляете, что творится. Это просто класс. Как дела, Сань? Отлично. Как тебе поездочка? Замечательно. Не, ребята, это просто атас. Это очень круто. А Миш, тоже... чуть-чуть на метр, на метр. Вы тоже толкали, да? Да, слушай, мы как в бобслее, представляешь? Мы бежим, соскакиваем, Юрок направо, я налево, толкаем, ой! Так. Походу там Хонда уже стало.
походу. О, слушайте, те, кто преодолел этот подъем, потом это видео посмотрят. Серега, красавчик. Я знаю. Вообще умничка. Дай пять. Здорово, Юрок, вообще мы с тобой просто вообще дали. Саня, ты там живой? По нашим следам. Мы даже не толкали, блин. Потому что видишь, что мы это какая-то мистика. Это какая-то мистика. Так, народ пытается еще заползти. Видно, вот раз, два, три, четыре, пять квадроциклов. Бля, надо идти помогать. О. Сумму в конце. Ребята, это было сильно. Маленький, зеленый, не доедет. Дальше и продолжается. Заедет. Данюшка? Да. Он легкий. Вон он, не за нами надо было. Прорыли, там надо с разгона. Только... Это было круто. Это да. Было, это да. Был огонь. Мы с Юрком ни разу не остановились. Я мы ее прям пиздец. Сходу взяли. А я упал там, блин. Да? На нее упал, и она получила. Он получается. О! Еще один! Димарик! Димарик, красава! Запас, дай пятеру! Молодца! Все такие в снегу приезжают. Ну это реально, это как какой-то марафон. Квадроциклы все кипят. Да. Фу. Ой, дышаться хоть немножко. Друзья, простите за эмоции, но никак по-другому. Это, конечно, что-то. Так. Перпишечка. Пятисоточка забралась. Димон, молодец. Так, осталось три квадроцикла. Там Танин, Артикет. Тяжело дается. Сейчас пойдем помогать.